Краткое содержание повести Аркадия Петровича «Гайдара», «Тимур» и его команда. Сестры Ольга и Женя по просьбе отца-фронтовика приехали на дачу в летние каникулы. Во время обследования старого сарая Женя случайно обнаружила штаб тимуровцев, небольшого отряда мальчишек под руководством решительного и стойкого Тимура. Ребята оказывали добровольную помощь людям, которые в ней нуждались. Особенно они опекали семьи тех, чьи родственники сражались на фронте. Помимо помощи местным жителям, тимуровцы вели свою собственную маленькую войну с бандой хулиганов, которые обворовывали чужие огороды. Жене очень понравилась деятельность этих ребят, и она присоединилась к команде Тимура. Однако Ольга, случайно увидев мальчика, в компании отъявленного хулигана Мишки Квакина, строго запретила сестре водить с ним дружбу. Тем временем, сама Ольга завела близкое знакомство с Георгием Гараевым, дядей Тимура. Узнав об этом, девушка принялась обвинять мальчика в том, что он настраивал Женю против нее. Детям запретили общаться. Тимуровцам удалось одолеть местную шайку хулиганов. Они устроили засаду и разоблачили Мишку Квакина и его подельников, заперев их в будке на площади. Ольга уехала в Москву, а Женю в наказание оставила на даче. Дома она получила срочную телеграмму: отец приедет повидаться с дочерьми, и времени у него всего 3 часа. Женя узнала об этом поздно вечером, когда электрички уже не ходили, к тому же она присматривала за маленькой дочкой соседки и не могла отлучиться. Девочка очень расстроилась, но ей на помощь пришел Тимур, он попросил товарищей присмотреть за ребенком, а сам отвез Женю в Москву на мотоцикле. Ольга поняла, что была не права по отношению к мальчику. Георгию Гараеву пришла повестка на фронт, и его провожали всем поселкам.